Двор из двух домов состоит. Получается, мы входные группы делаем, получается, тротуар и проезжую часть. И также у нас, получается, там еще остается газон, который жители всегда паркуются машины там. Мы там создаем новое парковочное пространство на этом участке, чтобы, ну, чтобы люди уже грязь не разводили по территории, уже было завершенное комплексное благоустройство. Фасад будут делать, фасад будут утеплять термолендом. Вот у нас в прошлом году был из этой сделан дом. Юбилейный 12. Вот. Жители увидели, им понравилось, провели собрание и решили... А, то есть он идет уже с какой-то с наружным покрытием, что ли, да, получается? Здесь очень актив есть. А, жители. Колер выбирали? Да, есть хороший актив жителей, у них есть здесь свой чат, получается. И они, мы давали им колерную карту, они выбрали 6 цветов, и на основании этих 6 цветов они выбрали, какого цвета будут стены, соответственно. У нас было опрессовано, подготовлено к работе порядка 7 километров сетей, это ГВС и ЦО в двухтрубном исчислении, и порядка 6 километров магистральной сети.